Тебе повезло! Мама! Ура! Какой-то полный трэш, вот правда. И это еще не все. Девчонки, девчулечки, девчучульки! Сейчас же уйдет тренд на Барби. Он уже почти прошел. Ну, какая разница, он не прошел. Я что предлагаю нам сделать? Точнее, вам что предлагаю сделать. Барби — это вообще просто. Все полюбили, всем нравится. Я всю жизнь играла в Барби. Ну и что ты предлагаешь? Может быть, давайте замутим челлендж. Какого плана? Кто-то из вас будет бедная Барби такая. Знаете, прям вот чуть ли не бомжевать будет Барби. А кто-то really rich, богач. Да, потому что кто-то богатая, кто-то будет супер богатая Барби. Может быть, даже у нее будет свой личный какой-то помощник, охранник. Смотришь, а не нет. Нет, я на самом деле... Кто-то будет богатый, а кто-то будет почти бомжевать. Ну, кто-то будет машиной. Смотри. Вот давайте вот так. Синяя будет это богатая Барби, а желтая будет это бедная Барби. Угу. Я сейчас беру вот так вот, ручки вот так. Ширли-мырли, пурли-порли, дерли-гурли, порли-зурли. Не надо смотреть туда. Туда не надо смотреть. Там кроме попы моей ничего нету. Все. Кто выбирает? Так, еще раз. Синяя. Что у нас? Богатая. Да. А желтая? Что у нас? Бедная. Кто первый? Открывайте. Милан, ты или я? Открывайте. Ты или я выбираю. Та-да. Блин, тебе повезло. Мама, ура! Да-да. Милана у нас сегодня будет богатая Барби. А Вероника бедная. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. И что, знаешь, я тебе предлагаю, иди на улицу. Все, да ты даже можешь это, все, иди. Get that inside. А ты, ну, придумай что-нибудь сама. Ты же богатая Барби, давай. Okay. Любима, тебе нужен срочно помощник. Не-не-не, я не про себя, я про мультиварку. Не мешало бы нам ее приобрести? Чтобы она готовила, пока ты отдыхаешь. Пока что не получится купить. Я все деньги потратила. Да это не проблема. Тем более, когда есть кредитная карта Тинькофф Платинум. Оформив карту сейчас, ты сможешь получить кэшбэк 30%. Не бонусами, кстати, а рублями при заказе товаров на маркетплейсах. Например, на Яндекс.Маркете, Алиэкспресс, Валберис. Ну, где ты там любишь закупаться? Звучит заманчиво. А как получить этот кэшбэк? Для того, чтобы получить кэшбэк 30% рублями, нужно совершить покупки с Тинькофф Платинум в течение 30 дней с момента активации карты. Максимальная сумма бонусами 2000 рублей. Вот смотри, например, покупая мультиварку Redmond на Яндекс.Маркете за 3999 рублей, ты получишь кэшбэк 1199 рублей. Как же круто! Кредитка это выгоднее, чем я думала. А то карта Тинькофф Платинум имеет много преимуществ. Кредитный лимит до 1 000 000 рублей. До 120 дней без процентов на погашение других кредитов карты. Рассрочка 0% до 12 месяцев на любые покупки. В приложении Тинькофф просто выбирайте недавно оплаченные покупки от 1000 рублей и подключайте рассрочку. Тогда я себе еще и соковыжималку куплю. Переходи по ссылке в описании, оформляй карту Тинькофф Платинум с кэшбэком 30% рублями на маркетплейсах. С чего начинается день бедной Барби? Просыпаемся и вспоминаем, что ты бедная Барби, и понуро идем одеваться. Что за наряд у Барби? Конечно, свободные треники и футболка с пучком на голове. Вы ведь догадываетесь, чем занимается бедная Барби? Что бы мне поделать? Полистаю свои журнальчики. Пока богатая Барби наслаждается своей гламурной жизнью, бедные остаются убираться и наводить чистоту.
надоело. Посмотрю, как я телевизор. Что-то я проголодалась. Отличная идея, пойду в ресторанчик. Пора в ресторанчик, но сначала нужно приодеться. Ну вот, это намного лучше. После целого дня уборки бедной Барби тоже хочется кушать. Что ж, идем в магазин пешочком на своих двух. И у магазина понимаем, что денег на еду нет. Ага, зато есть идея. Ребята, так, теперь я села в машинку, у меня есть свой водитель, и сейчас я еду в кафе, потому что очень сильно проголодалась. Хочу заказать что-то розовенькое и вкусное. Тем временем бедная Барби идет на общественный транспорт и едет в город. Хочу признаться вам, что в самом непосредственном автобусе я ездила очень-очень давно. Реально не помню, когда последний раз заходила в автобус, вплоть до того, что я не знаю, как там рассчитываются, типа, ну, картами специальными, ну, или можно деньгами, как раньше. Вроде мне сказали на остановке люди, что можно деньгами, поэтому сейчас ждем автобус. И для меня сегодня какой-то полный трэш, вот правда. И это еще не все. Здрасте. Ну а богатая Барби, конечно же, едет в ресторан на своей супер гламурной розовой машинке. Спасибо. Ребята, мы уже приехали в ресторан. Вот он там, у Магат кафе. Даже название у него розовое. Пойдемте скорее кушать. Мы уже пришли. Спасибо. Даже меню розовое. Что же я придумала? Ну а бедная Барби придумала себе вариант заработать на еду. Честно признаюсь, такого трэша мы еще не снимали. А что, так можно было, что ли? Я знаю, как зарабатывать деньги. Мы будем делать бабки. У Курского вокзала стою я молодой. Спасибо большое. О, нет, это много. Не надо. Это слишком много. Вот это поворот. Ну все, ребята, я уже заработала не на доширак, как планировала, а на как минимум нормальный обед вот в ресторане. Так что что, жируем? Да. Я как раз мелочь. Вот, отлично, шикарно. Да, сестра смотрит. Привет, сестре. Хочу и это, и это, и это, и это. Вау, Барби кейк. Точно его беру. Барби для меня.
Спасибо большое! Вау! Вот этот настоящий завтрак! Посмотрите, как он блестит! А что, будете ли включить фонарик? Вау! А это тот самый десерт Барби. Давайте пробовать! А теперь время десертика. Но на всякий случай повторяю вопрос. Кажется, что к маме пришел. Пробуем. Очень вкусно. Смотрите, что тут есть. Интересно, что тут есть блестки. И этот напиток очень вкусный, сплошное удовольствие. Также, я так понимаю, это съедобная карточка. Давайте попробуем. Она съедобная? Ну вот, я и сытая. Пожалуй, пора на шопинг. У меня есть Ролтон. Жвачку мы оставим на десерт. Но чтобы его поесть, его надо заварить. Поэтому пойдемте просить кипяток. Как я люблю свою розовую машинку. Ну что, ребята, я уже приехала в торговый центр. Пойдемте на шопинг Барби. О, это про меня. Конечно. Ой, я так себе мечтала увидеться. Красивое платье. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, пойдем в кафе, спросим. Ой, толкай. Здравствуйте, извините, пожалуйста, у меня такая необычная просьба. Можно кипяточек попросить? Ну или как? А случайно у вас не будет одноразовых вилок? Ну, конечно. Можно вас попросить не здесь? Да, спасибо. Ну что, лапшу мы заварили, и даже у нас теперь есть вилочка, надо найти место, куда бы присесть и покушать бедной Барби. Мне кажется, особо никто не шокирован, не удивлен. Публика вообще в Москве, мне кажется, к такому приучена. Если бы я это снимала в каком-нибудь своем родном Кокчетаве, там была бы совсем другая реакция, 100%. А еще хочу заметить, что люди добрые. Вообще, на самом деле, очень много хороших и добрых людей. Мне очень легко удалось как заработать на доширак, так и заварить его, и мне даже дали, чем его есть. Так, по-моему, прекрасное место для того, чтобы перекусить. Обед мечты.
Точно надо. Не буду юлить, мне бы хотелось, чтобы этот день закончился как можно быстрее. Спешу сообщить, что ваша богатая жизнь Барби закончилась. В смысле? Это все? Что с моим телефоном? Где он? Ну вот, ребята, мои 24 часа идеальной жизни Барби подошли к концу. Всем удачи, всем пока-пока, вы ставьте лайки и подписывайтесь. Эй, привет! Да-да, ты! Я жду именно тебя на своем сольном концерте в Москве. 15 октября, Москва, Крокус, фейерверки эмоций, классное шоу, любимые песни и многое-многое другое. Я надеюсь, ты будешь кричать громче всех. Увидимся!